Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за день сегодняшний. Прости нас, Господи, за наши пустые разговоры во время нашего служения Тебе, Господь. Благослови, Господь, Отец Небесный, нашу службу от начала до конца во имя Иисуса Христа. Благослови соседку, которая живет подо мной, Ларису, Господи. Бери у нее всякий страх, Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, чтобы она могла прийти к Тебе покаяться, принять Тебя своим Господом и Спасителем, получить спасение и вечную жизнь, чтобы она могла стать своей ученицей, верной Тебе, Господь. Ну, Ты сам знаешь, Господь, ее сердце, Господь. Ты знаешь всю ее судьбу, Господь, что будет с ней сегодня, что было с ней просто, не в прошлом, и что будет потом, Господь. Ты все знаешь, Господь, наперед. Мы просим Тебя, Господь, Отец Небесный, за всех людей города Шахтерска, Господь. Иди, Дух Святой, иди от Духа Твоего на всякую плоть. Дай покаяние шахтерскому народу. Мы пришли к Тебе, мы блаженные, мы счастливые, Господь, потому что мы знаем Тебя. Мы пришли поклониться Тебе, Господь. Создать Тебе всю славу, честь и благодарность, Господь, за все, что Ты сделал для нас, Господь, что Ты умер на кресте за наши грехи, понес наказание вместо нас. Мы это знаем, мы благодарны Тебе, мы идем за Тобой. Веди нас, Господи, до самого конца нашей земной жизни, чтобы встретиться с Тобой на небесах, к лицом к лицу, и не постыдиться. Во имя Иисуса Христа, благодарностью молимся. Аминь. Аминь. Давайте откроем Евреям 11 глава, 26 стих. Страницы я не писала почему-то. Это в конце Библии. Ветхий Завет. Новый Завет. В конце Библии. Двести семьдесят первая страница. Нашли? Угу. Давайте вместе прочитаем 26 стих. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Это говорится про Моисея. Представляете, он поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Потому что он был принцем, получается. Моисей? Да, он был принцем в Египте. Его же дочь фараона воспитала. Он жил в богатстве, в роскоши. И он отказался от всего этого ради поношения Христова. Он для себя почел-то большим богатством, чем вот это вот все мирское, временное. Потому что он взирал на воздаяние, он знал, что лучше его ждет. Аминь. Аминь. И давайте еще откроем Псалом 68:8. Пришла. Это не сюда. Почему? Как сюда? Посмотрите. Не, не сюда. Я знаю, куда сюда. Да? 599-я страница. Псалом 68, 8 стих. Нашли? Угу. Давайте ради тебя несу я поношение, бесчестием покрывают лицо мое.
Аминь. Аминь. Бывает, да, в нашей жизни, когда ради Христа, ну, нас ругают, нас обижают. Уже даже подруги не хотят с нами общаться. Ну, это слава Богу. Потому что... Подруги. Да, потому что самый лучший друг – это Иисус. Да. Он никогда не бросит, не предаст. Все вот эти мирские друзья наши, они только ради с нами, пока у нас все хорошо, пока у нас деньги есть, пока есть нас что взять, пока с нами выгодно и так далее. Иисус не такой. Он с нами даже, когда ему с нами невыгодно и вообще даже очень даже и плохо ему с нами. Все равно он с нами. Во все дни до скончания. И когда я стала звать сюда к Богу, тогда они уже перестали. Ну ничего. У нас у пастора тоже все друзья от него отвернулись, когда он к Иисусу пришел. Вот. И он так до сих пор следует за Иисусом. Он живет с Иисусом. А я в них не нуждаюсь. Служит Иисусу, да, пастор. Mm-hmm. Зато все его друзья уже половина умерли, которые-то mm-hmm. неверующие. Они все ему mm-hmm. говорили сумасшедшие, mm-hmm. у виска крутили. Но однако же mm-hmm. он живой, он служит yeah. Богу, он идет на небеса, а они умерли, mm-hmm. и они в аду. Mm-hmm. Вот. И те, которые остались у него друзья, потихонечку сейчас начинают к Богу приходить. Mm-hmm. Хотя уже много лет. Mm-hmm. Вот. Так что будем надеяться, что и все твои подруги, они уверуют тоже. Не сразу, но Бог знает, когда. Он знает времена и сроки. Вот. Все нужно возложить на Господа. Они верят, но они не ходят. Да. Ну, просто вот молиться за них. Но нужно. Они не так верят. Не такие. Просто они знают, что Бог и все равно. Но мы же хотим как? Мы же хотим стремиться к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Мы царственное священство, святой народ. И на небесах мы же будем царствовать. Библия говорит о том, что мы будем царствовать. Но над кем царствовать мы будем? То есть будут люди, которые не царственное священство, будут люди, которые, над которыми мы будем царствовать. То есть много званых, но мало избранных. Я не знаю, что случится с теми учениками, которые не пошли за Иисусом дальше. Я не знаю, что с ними будет. Об этом Библия как бы молчит. Нет, в Библии-то написано, кто не Бог, Господь говорит, если кто не со мной, значит против меня. Ну да, он говорит, весь народ, который отпал от Бога, он истребится. Библия говорит эти страшные слова. Кто отпал. Каждый будет перед Господом отвечать, да, за свои дела. Второзаконие 32:22, давайте еще. Какая страница? 227-я страница Ветхого Завета. Нашли? Угу. Ибо огонь возгорелся в гневе моем. А где это? 22 стих. Глава 32, стих 22. Нашли? Значит, не 228 страница. 227. Двадцать второй стих. Ибо огонь возгорелся в огневе моем, ждет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и по
23:9. Бог гневает. Mm-hmm. Это о том, что он гневается. Он не только любовь, как проповедуют многие, да? Христиане, что якобы Бог только любовь и все. Какая глава? Иеремия 23:9. Это за Псалтырями, за Исаией. Дальше. 23:9. 760-я страница. Скоро начнешь очень быстро ориентироваться. Скоро только начинаю, лишь с тобой только начинаю. Вот. Слава Богу. 9 стих. О пророках. О пророках. Сердце мое во мне разбирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Аминь. Аминь. Псалом 118:36. Назад. Шестая страница. Нашли? 36 стих. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. И 39 стих. Отврати и поношение мое, которого я страшусь, во суды твои благи. Она загородила читать ему. Да, тоже читаешь, да? Да. Ты не даешь Багбирайте читать. Тоже хочет читать. Ну, она у меня и в интернете со мной тоже сидит, угу. Смотрит. Молодец. Хочется. Псалом 50. Назад. Пятьсот девяносто вторая страница. Псалом 50:3 стих. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. 4 стих. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Аминь. Аминь. Смысл такой. Отврати, Господи, от нас поношение Христово и прости нам наши грехи. Аминь. Аминь. Давайте найдем песню молитву «Помилуй, Господи». Как я верил,
сотнями стран святого положения. Господь, я из любви к тебе хочу служить не из корысти. Дальше мне тебя любить, и от греха меня очистит, облегчив ты мои мучения. На спор души моей призыв, молю тебя я о прощении. Мой милосердный поспеши. Ты видишь, Бог, мои страдания. Ты знаешь, помыслы мои. Милый Господи, создание, помог меня в твоей крови. Милый Господи, создание, помог меня в твоей крови. Господь, им пугаешь постоянно. Я в чудной твой сердце играю, и мчусь, и падаю, как пьяный. Подними и дай уверенность в спасении. В обнятии поток сними страх и снова поношение. Господь, я из любви к тебе хочу служить не из корысти. Отдай же мне тебя любить, и от греха меня если ты мои мучения, на скор души моей припрет, молю тебя я о прощении. Мой милосердный поспеши. Бог, мои страдания, ты знаешь, помыслы мои. Милый Господи, создание, помог меня твоей крови. Милый Господи, создание, помог меня в твоей крови. Помог меня в твоей крови. Помог меня в твоей крови. Аминь.
Давайте 1 Тимофея откроем. Ветхий Завет. Почти в конце Библии. Первая глава, 17 стих, 253 страница. Нашли? Первая глава, 17 стих, первое послание к Тимофею. Апостол Павел написал письмо к Тимофею. Нашли? Угу. Давайте вместе прочитаем. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Ефесянам 5 глава, 4 стих. Двести тридцать седьмая страница. Пять четыре. Нашли? Глава пятая, четвертый стих. Также в сквернословии и пустословии и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Аминь. Колоссянам 3:8, страница 245. Двести сорок пятая страница. 3:8. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Аминь. Второй Тимофея 2:13. 257 страница. Нашли? Mm-hmm. Если мы не верны, глава 2, 13 стих. Mm-hmm. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Аминь. И 2 Тимофея, 3 глава, 258 страница, с 1 по 5 стих. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра. Предатели, наглые, насыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Аминь. Вот таких людей надо удаляться. Давайте найдем песню молитвы «Невидимый». Иуда как раз предал Иисуса, потому что он был сребролюбивым. Он воровал из ящика. Деньги воровал? Да, он носил ящик, в котором они собирали пожертвования. Да. И воровал оттуда деньги. Иуда думал, что Иисус, он ему даст здесь, на земле. Все. А он увидел, что он ему не дает. И решил его предать. Потому что он не верил. Он был неверующий. Иуда? Да, он был неверующий, потому что сам Иисус сказал, один из вас предаст меня. Я знаю, кто здесь неверующий.
То есть он не веровал в Царство Божье, не веровал в ту вечную жизнь, которая его ждет. Он хотел здесь и сразу, и сейчас. Нашли невидимых. Стал я
где-то приходил однажды. Тебе бы светло было. Я не поведал много раз тебя. Тебе невидимый дворец Бог. Где-то приходил однажды. Тебе бы светло я не знал. Я не предал много раз тебя. Эта песня родилась, почему я тебя предал много раз, не дважды. Дважды его предал, вот, Иуда его предал, да, один раз. Петр, значит, отрекся от него дважды. Ну, Петр он... это уже другой? Не, да. Не Иуда? Нет, Петр отрекся от Иисуса дважды. А вот. Но... А мы предаем каждый раз Иисуса, ну вот, бывает, когда грех какой-то. Ну вот для меня вот предательство это вот, когда ты грешишь, все, ты уже предал Иисуса. Грех это вот, считай, что ты его предал. На распятие ты его предал. За каждый свой грех ему пришлось страдать. Вот так и родилось. Родились эти слова. Или я предал много раз, не дважды. Или я уже в сердце своем отошел от Бога давным-давно. Не хочу за ним идти. Или я больше люблю этот мир. Больше люблю тьму, нежели свет. Почему люди не хотят идти к Богу? Потому что они больше любят грех. Они больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, и они не хотят прийти к Богу.
Но мы с вами мудрые. Мы боимся Бога. Поэтому мы идем за ним. Давайте откроем. Пришли, поэтому уже знаем, да, что нельзя уже. Давайте. Уже без Бога не можем. Бог нас поймал. Свои сети. Свои сети любви. 1 Петра, 1 глава, 24 стих, страница 174. Глава 1, даже 173 страница. Потому что они на двух страницах. Стих 24 на двух страницах. 24 стих. Нашли? Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Сохла трава, и цвет ее опал. Аминь. Аминь. Таким бы знаменитым человек не был, да? Вся слава его – это временное все. Страница 616. Каким бы он ни был красивым, вся красота его когда-нибудь она увянет. Страница 616. Ветхого Завета. Нашли? Насыщается благами желания твоего. Обновляется подобно орлу юность твоя. Аминь. Каждый день стих исповедую. Господи, обновляется подобно орлу юность моя. Так хочется быть юной, так не хочется стареть. Я каждый день этот стих исповедую. И вам советую. Исповедуйте этот стих каждый день. Вы увидите, как начнет обновляться ваша юность. Чувствует себя, как будто тебе лет 20. Вот даже меньше. 15. Так, аминь. Аминь. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, написано. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Давайте найдем песню молитву родней родных. Жизнь моя.
Ефесянам, 2 глава, 13 стих, страница 235. Сейчас посмотришь, в моем возрасте люди уже выглядят под лет 60. Угу. И, короче, вот, слава Богу, что я с Господом. И мне никто не дает столько мне, сколько мне. А ты как девочка. Потому что Господь, Он обновляет юность мою. Слово Божие, оно исполняется, оно реализуется. Вот. Никто мне не дает. И за мной бегают все молодые. Я сейчас не делаю. Слава Богу. Давайте прочитаем 2 глава, 13 стих Ефесянам. 13 стих нашли? Угу. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Благодаря крови Иисуса Христа мы стали близки. Здесь уже написано, что мы уже стали близки. Матрёна, спи там. Мне надо встать уже. Угу. И Бытие, страница 8, начало Библии. Тринадцатый по 16 стих, 9 глава, нашли? Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопов на истребление всякой плоти. И будет еще 16 стих. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. Аминь. Радуга, когда вы видите радугу в небе, это знамение Божье, что Бог, Он, когда придет второй раз, Он не потопит землю водой, а сожжет ее огнем. Mm-hmm. Это есть знамение радуга. Давайте откроем, найдем песню молитву ближе. Мы стали уже близки к Иисусу Христу. Мы были когда-то чужие Ему, но теперь мы стали близки во Христе Иисусе, благодаря крови Иисуса Христа. Близкие кровью Христовой.
Поэтому он и пролил за нас кровь, чтобы нам стать именно близкими к нему. Именно для этого он умер. Он так хотел быть к нам близким. Жажду,
тебя и твоей любви. Аминь. Жаждем Тебя, наш Бог. Мы любим Тебя, Господь. Давайте откроем Иоанна, 4 глава, страница 104 Нового Завета. 10 стих. Иоанна 4:10. 104 страница. Нашли? Угу. Иисус сказал ей в ответ. Где? Где? Страница 104 Нового Завета. Иоанна. Глава какая? 4 глава, 10 стих. Mm. Все. Угу. Иисус сказал ей в ответ. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду жизни. Воду живую. Аминь. Аминь. И Матфея, страница 7 назад. Новый Завет, 7 страница. Тринадцатый, 14 стих, глава 7. Нашли? Угу. Ходите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Аминь. Это узкий путь, да? Узкий. За Иисусом Христом. В моем понимании узкий путь – это мало кто. Узкий путь – это почему он узкий? Потому что везде грех. Не надо пройти мимо этого греха. Потому он и узкий. Давайте найдем песню, молитву «Я верю». Опять сила. И соблазнов много, да? Там не посмотри, соблазн, я это хочу, то хочу, это хочу, это нельзя, и тут говорит, это оставь, это не надо, это не твое, это все, иди за мной, иди узким путем, это не твое, это не принесет тебе пользы, это не принесет добра, все это временное и ненужное. Наслаждение во мне, наслаждение ищи во мне. Говорит, наслаждайся мною и утешайся мною, Бог говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Если ты хочешь найти вторую половину, начни утешаться Господом. Он человек, которого тебе Бог даст, он увидит счастье в твоих глазах. Он увидит, что ты наслаждаешься Богом. То есть этот человек, он видит, что ты счастлива. Потому что к несчастному человеку мало кто хочет приближаться. Вот. И я вот такая несчастная была, что навряд ли. Вот даже ко мне кто пристает, несчастные люди, мне прям хочется от них убежать. Я не хочу с этими людьми общаться. Я хочу общаться с счастливыми людьми. И вот я сейчас стала радоваться очень много. Не просто Бог приказал, но сказал, что мне нужно радоваться. Я стала радоваться. Аминь. Действительно, вот радость, она приходит откуда, вот с небес, Бог дает радость. Аминь. И просто радуешься, живешь, и все, и радуешься. Ты счастлив. И обязательно придет такой человек, который увидит в тебе это счастье, он захочет того же самого. И мы будем петь песню о вечной любви. 0:25.
Нашли, да? Thank you.
Давайте откроем Иоанна, 13 глава, 23 стих, страница 119. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 23 стих. Нашли? Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Аминь. Его любил Иисус, написано. В других там не написано, что их любил Иисус. Вот про этого ученика написано, что его любил Иисус. Этот ученик возлежал у груди Иисуса. Аминь. Мы с вами такие, да, которые хотим лежать у груди Иисуса. Мы те, которых любит Иисус. Аминь. Мы ближе всех хотим быть. Иоанна, 21 глава, 20 стих, страница 129. 21, 20. Нашли? Петр же... 21? Да, 21, 20. Глава 21, 20. Нашли? 20. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Аминь. Вот этому ученику, он был, который самый ближе. Тот да? его и предал, да, потом? Нет. Он его спрашивал, кто тебя предаст. Это был я. Ученика, который лежал на груди Иисуса, звали Иоанн. Иоанн? Да. И он у него спросил у Иисуса, кто тебя предаст. Вот ему он и сказал, Иисус, меня предаст тот, кто обмакнет со мной в чашу кусок хлеба. Тот предаст меня. Ему Бог открыл, кто его предаст. Исайя, 51 глава, страница 723. Другие ученики не могли у него спросить. Они боялись, не стеснялись, или что, я не знаю. А вот он, я, он все мог у него спросить, у Господа. Исайя, страница 723, Ветхий Завет. Двенадцать, тринадцать. Нашли? Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже шжет трава, и забывает Господа твоего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно в эти день чашишь и ярости потеснителя. Как бы он готов был истребить. Но где ярость потеснителя? То есть люди, да, боятся даже того, чего вообще нечего бояться. Вот спрашивается, что боятся подняться сюда, да, и просто здесь сидеть. Но того они боятся. Они думают, вот церковь. Они прям в страхе. Нет, они думают, церковь, они же не видели, что на ней. Они прям в страхе же. Они думают, как православную зайти. Всего боятся. Всего боятся. Я уже объясняла все, рассказывала. Все. Это нужно, чтобы все это дошло до человека. Семя посеяно. Когда оно вырастет, Бог знает. Придет время. Человек поймет, где правда, где ложь. Истина, она делает нас свободными от греха. Если оно не делает нас свободными от греха, это значит, никакая это не истина. Прости меня, мне надо ответствовать. Первый паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Страница 458. Ветхий Завет.
28:9. Нашли? Угу. Там был пророк Господень. Ой. Не-не-не-не-не-не. Первое правеупоминание. Не то открыло. Извиняюсь. Я второе правеупоминание открыла. Надо первое правеупоминание. 28 глава, 9 стих. Все? Угу. Нашли. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Аминь. Ни в коем случае не оставляем Господа. Аминь. Почему Бог Соломона, да, не пожалел, он сказал, оставлю тебя навсегда. А мы кто такие? Соломон был царь, он был сыном Давида. Да. Написал притчи, написал Экклесиаст Соломон. При нем страна расцветала. Для Господа. Аминь. Храм построил для Господа. 7 лет его строил, а свой дом 13 лет строил. Еще больше. Да. И тот храм потом сгорел. Да, потому что стали поклоняться неизвестно кому. И Бог разгневался. Но давайте найдем песню молитву «Утешь меня». Враги же его сожгли, да? Соломон, он почему упал в конце жизни? Потому что жены его совратили его с пути истинного. Нужно было ему верующих искать жен, да? А он был падок, очень был падок на женщин. Вот это его и погубило. У него было 300 жен и 700 наложниц. Ужас. А разве можно было перед Богом столько иметь? Нельзя же. Ну, конечно, нельзя. Но он же царь, он делал, что хотел. Вот они его и совратили. Он, я читала книгу, что он так и не нашел свою вторую половину. Сколько бы ни искал всю свою жизнь, он так и не нашел того человека, с которым бы он... Ну, потому что он менял как перчатки, что. Они его и совратили с пути истинного. Самое главное в нашем христианском пути – это верность. Прямо да, вот вскакивает сюда. Верность – это очень редкое качество, которое очень ценит лицо. Именно верность. С верными можно вот много чего сделать, много чего. Преданных, да. Верных. Даже если что-то неправильно, все равно человек идет за ним предан. Даже фильм смотрела. Даже вот что Господин приказал, они верно преданно все исполняют. Даже если это в глазах Аллаха неправильно, как они говорят, но Господин приказал, надо делать. Вот. И, короче, вот они до такой степени были преданы. И поэтому они долго-долго Господа им доверяли, этим слугам. Вот они этим рабам, они служили. Нашли песню молитву «Утешь меня»? Благодаря твоей любви я умер.
Откровение, 5 глава, 6 по 14 стих, страница 278, в конце Библии.
278. Откровение, 5 глава. Нашли? С 6 по 14 стих прочитаем. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди царства стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый бусик и золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых, и поют новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и царств, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Аминь. 2 Коринфянам 12:12, страница 228. Нашли 12 стих 12 главы. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Аминь. Это признаки апостола, да? То есть он должен иметь терпение, знамения Бог через него показывает, чудеса и силы. Так. Дальше идем. Евреям, 12 глава, 1-2 стих, страница 272. Евреям 12:1-2. Нашли? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить лежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Аминь. И 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 4 стих, страница 250. Нашли? Глава какая? Первая глава, 4 стих. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Так. Аминь. Павел хвастался, да, хвалился этими верующими, которые терпели, переносили гонения и скорби. Такими верующими хвалился.
И несмотря на то, что они терпели это все, они не отошли от Бога. Они все равно за ним следовали. Аминь. Аминь. Они были терпеливыми, верными. Их обязательно Бог наградил. Будем брать пример, да, таких христиан. Слава Богу, у нас гонений таких сильных нету. Слава Богу. У нас нету. Да. Но в странах Ирака прямо сейчас гонения очень сильные. И жестоко христиан убивают. Прям сжигают. Вообще страшно. Ужас, что творится. И они просят нас, чтобы мы за них молились. Ну, за этих христиан. На которых такие гонения. Ну, в миру братья просят. Там, которые. Сейчас же средства массовой информации через интернет. Мы все знаем, что в мире творится. Где, в какой стране. Вот в Ираке исламисты убивают христиан. Исламисты это которые... Ну, ислам верит. Да, да. У них пророк Мухаммед и так далее. Давайте найдем песню, молитву «Мой друг». Oh,
верни. Даруй мне твое святое Боже, не грешить, не пред тобой устоять на жизни. Даруй мне твое святое Боже, нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Аминь. Аминь. И вера наша, она тоже происходит именно через терпение. Вот. Чем больше мы терпим, тем больше наша вера возрастает. Давайте откроем 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. 221 страница. Почему именно так происходит, почему мы должны терпеть? Вот как вот спортсмены, да? Они вот когда занимаются, им тяжело, они трудятся, они потеют. Это, согласитесь, это вот, ну, не очень, как говорится, наслаждается этим всем, потому что тяжело, это вот надо усилия какие-то прилагать. И чем больше он занимается, тем он становится сильнее. Это для него же, да, и он становится красивее, и тело его подтянутость, и мышцы в тонусе. Вот. И когда уже позанимается, сама на том, как я знаю, получаешь кайф просто-напросто. А вот. И действительно, вот именно терпение нужно нам вот, идти, чтобы за Богом, шаг за шагом, за этим узком пути, это неприятно. Скажу, это дорога, это вот тернистая, скалистая, короче, в общем, не гладкая, острая, скользкая, но зато нас впереди ждет жизнь. Хорошая, светлая, чистая, счастливая, прекрасная. А дорога, она вот такая неприятная, узкая и скользкая, острая, скалистая. Это песня такая есть, дорога называется. Эта дорога очень дорога для нас. Этот процесс мы должны полюбить. Вот эту дорогу нужно полюбить. Вот Иисус, да, он висит на кресте. Вот неприятно, да, смотреть на человека, который обтекает кровью, вот, мучается, страдает. Но благодаря вот этому неприятному, то, что мы видим, мы получаем спасение. И также мы идем по пути за Иисусом, переносим вот это вот скорби, и мы терпим, и это делает нас сильными. И мы знаем, что нас ждет награда, венец, дворец. И мы будем царствовать и на земле, и на небе. Мы уже сейчас царствуем. Мы то, что скажем, оно бывает. Наша молитва имеет силу. Вот. Люди даже не знают. Один даже был такой случай, что пастор одной церкви молился за то, чтобы закрылось заведение мирское. Ну, это вот там бар, кафе, где пили, курили, блудили, в общем, логово сатаны. Вот. И хозяин этого заведения, неверующий, оно закрылось по молитвам верующих, рядом стояла церковь. Я вообще молилась, чтобы это заведение закрылось. И вот этот хозяин этого заведения подал в суд на этого пастора. Он сказал, вот из-за ваших молитв у меня, хотя он и не верующий, вот. Но он верил в то, что силу молитвы. Вот. То есть то, что мы говорим, мы владеем этими людьми. То, что... Они, может быть, и не хотят даже к Богу прийти, но по нашим молитвам они могут прийти. Вот. Хотя Бог, он, конечно, уважает волю человека,
Иногда мы можем годами молиться, а он никогда не придет к Богу. У него есть свободная воля, он свободен идти в ад, если ему этого хочется. Вот, дело. Ну, не любит Бога, не любит. Больше любит дьявола, больше любит сатану. Ну, полностью Бог редкость его, это сатана ослепил ему глаза. И это позволил Бог сделать. Ослепить ему глаза, потому что он любит зло. Не любит он свет. Любит больше тьму, любит грешить. И Бог, он хоть и всемогущий, но над нашей волей он власти не имеет. Ну, в смысле, то, что мы если захотим уйти от него, он не будет нас держать. Мы должны всегда это помнить. Давайте откроем 221 страницу. 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Нашли? Угу. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Аминь. Аминь. И кольца сокровища, да? Сокровище это сам Иисус. А глиняный сосуд это что? Это мы. Ну и есть глиняный сосуд. Наша плоть это из глины состоит, мы глиняный сосуд. Мы это сокровище носим в себе Иисуса Христа. Вот. Если какие-то успехи в нашей жизни есть, то вся слава только Иисусу Христу, приписываемая, а не нам. Аминь. Аминь. Не дай Бог возгордиться, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому мы не должны эту благодать Божию терять, иначе будем самыми несчастными в мире, если мы потеряем эту благодать Божию. Во-первых, гонение, страдания, да еще и благодать потеряли, вообще плохо будет. Поэтому вот не будем терять благодать, будем воздавать всю славу за все наше, то, что у нас есть, только Господу Богу. Аминь. Аминь. Давайте пооткроем песню молитву «Сокровище» называется. Создатель мой,
тобой. Вот это благо. Сокровище мое бесценный, вкус мой от разной цены. Мое счастье, моя радость, общение с тобой. Вот это благо. Вот это счастье, когда мы общаемся с Богом. Нет ничего сладостнее, чем общение с Господом Богом. Нет большего блаженства и счастья, чем общаться с Богом. На самом деле. Потому что Бог — это главное наше утешение, главное наше счастье всей нашей жизни. И Иоанна, 14 глава, 6 стих, страница 120. Какая глава? 14 глава, 6 стих. Нашли? Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аминь». Давайте найдем песню молитвы «Только ты». Никогда не приведут нас к Отцу, да? К
Отцу может нас привести только Иисус. Аминь. Они могут быть рабами, могут быть слугами Бога, но никак не его детьми. Детьми мы становимся только через Иисуса Христа, детьми Божьими. И поэтому к нам особое отношение нашего небесного Отца. Давайте откроем Иоанна 14 глава 16-17 стих, страница 120. Нашли? А какая? 14 глава 16-17 стих. Нашли? Угу. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, который будет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и вас будет. Аминь. Аминь. И 17 стих, 17-17. Иоанна, 17-17. Страница 124. Посвяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Аминь. Слово Божье – это есть истина, а Слово Божье – это Иисус. Это Его имя, Слово Божье. Давайте откроем песню молитву «Я очищаюсь». Oh.
Так, у нас осталось немного времени. Поговорим немного, что такое покаяние. Покаяние – это перемена ума. Покаяние – это не просто сказать: «Господи, прости меня», и все. Потому что столько много грешников, они просят: «Да, Господи, прости». Вот недавно встретила человека, который ходил в церковь, отпал от Бога, в церковь не ходит. И пьяный говорит: «Господи, прости меня, прости меня и прости меня». Но в церкви его сегодня нет. То есть это не покаяние было, это просто религиозный плач. Что такое покаяние на самом деле? Покаяние – это перемена ума. За покаяние всегда должны быть действия. Но не обязательно сказать, например, там что-то натворил, нужно помириться, да, с человеком. Конечно, приятно услышать слова «прости меня, пожалуйста», да? Но не всегда эти слова человек может произнести, когда он разговаривает с другим человеком. Вот. Когда с Богом как-то ему легко сказать: «Господи, прости меня». А вот человеку почему-то тяжело. И если тебе тяжело сказать эти слова, то можно это показать на деле. То есть как, каким образом сделать какое-то доброе дело этому человеку. Вот, например, был у нас пастор, он пастор у нас с женой. Ну, допустим, он поссорился с женой, да, вот, жена с ним, значит, обиделась на него. Ему очень сложно попросить у нее прощения. Вот. Но он каким образом это делает? Ущипнет ее. Он хочет помириться. Это и есть шаги. Шаги к покаянию. То есть какие-то действия делает. Вот, например, ребенок, да, он что-то там нашкодил. Конечно, нужно учить детей просить прощения. Попросил его прощения. Он может это делать не искренне, да? Искреннее – это вот когда последовали какие-то действия. То есть он осознал свою вину, вот, и хочет помириться. Ну, на самом деле. Бог же видит сердце, правильно, человек. Вот. У меня также с мужем моим было. Как он меня обидит, да, ползает на коленях, ползает после прощения, вот, и повторяет одно и то же. Ну, то есть это вот религиозный плач, который он не спас, его не спас. Потому что должны быть, были бы какие-то действия, да? Вот. Человек должен был исправиться и больше этого не делать. И в конце концов... Он продолжал. Да, в конце концов получилось так, что мы развелись. Эта опасность нас подстерегает, если это такое же будет с Богом. Если такое же самое будет с Богом, то у нас, в конце концов он нас так будет терпеть, 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 потом скажет: «До свидания, я тебя не знаю». Вот. Конечно, у Бога терпения больше, чем у нас, у людей, но в конце концов не надо испытывать терпение Бога. Да? Лучше сразу исправиться. Вот. Зачем нам быть наказанными за наши грехи? Лучше сразу исправиться и идти и жить с чистой совестью, как говорится, спать спокойно и не переживать за свое будущее. Аминь. Аминь. Вот у нас осталось пару минут, чтобы принести Господу пожертвование и помолиться Отче наш. Давайте помолимся. Так. Я вот помолилась. Давайте помолимся еще. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за финансы, которые Ты нам даешь, Господи. Благослови эти финансы, похоже, крови Твоей Святой. И используй для славы Твоей, Господь. Мы хотим, Господь, принести Тебя больше, Господь. Но вот мы принесли то, что есть, Господь, то, что Ты нам дал. Мы не можем принести Тебя.
ты нам не дал, Господи. Мы приносим тебе то, что ты нам даешь, Господь. Прими это во имя Иисуса Христа и Иисусе во славу твою, Господь. Людей на нас благословение дает Бога, чтобы дети твои ни в чем не имели нужды, и чтобы наша церковь Иисуса Христа, она ни в чем не имела нужды во имя Иисуса Христа. А чтобы мы были богаты на всякое доброе дело, Господь. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Пусть мы будем плодоносными ветками на Твоей святой воде. Принеси много плода для Царства Небесного. Ты нас очищай, чтобы мы еще больше приносили плода. И наша жизнь была радостной, счастливой. Если Тебя был мир, Он был спокойным, Господь. Чтобы мы не боялись за наше будущее, за наших детей, за наших внуков во имя Иисуса Христа, за всех наших родных и близких. Ты спасай, Господь, Твоих Небесных. Дай покаяние всему городу Шахтерску. Используй нас во имя Иисуса Христа для того, чтобы рассказать людям о Твоей любви. И пусть наша жизнь свидетельствует о том, что мы свет и соль на этой земле. Чтобы люди видели наши добрые дела и восставляли Отца нашего Небесного. Благослови всех людей, которые обещали прийти, Господь. Ты обязательно, Господь, приведи их к Тебе, Господь, и спаси эти души во имя Иисуса Христа. Через нашу ли церковь или через какую другую, Господь. Но Ты, Господь, спаси этих людей, Господь. И научи их, Господи, лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Во имя Иисуса Христа, благодарностью и любовью. Аминь. И Отче наш, по-моему. Отче наш, спущенный на небеса, святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. У меня вроде веселенькая такая. Ну, конечно. Я же в эти дни все время слушаю. Знаешь, как Слово Божие, оно вместе. Я же слушаю. Слово Божие, оно вот эти проповеди. Я вот это вот включаю и слушаю. Я вот с утра начинаю. Встала.